Всем привет, дорогие зрители. Нахожусь в районе Махмутлар снова. Нашел тут две квартиры в проекте, который был сдан в 2020 году. Я уже здесь снимал, у нас была здесь четырехкомнатная квартира, такая конфетка. Ссылка указана сверху. Можете посмотреть там всю инфраструктуру, а я быстренько сниму квартирки и потом подведу итог. Значит, здесь есть вот такой бассейн, очень просторный участок с той стороне, беседочка, скамеечки и тому подобное. Фонтан даже есть там. Здесь такая открытая парковка просторная. Это квартира 4+1. Ее цена 120 тысяч евро. Прямая 4+1, просторная, 180 квадратных метров брутто, 145 квадратных метров жилая площадь. Вот такой просторный балкон. Здесь снизу, если посчитать, как третий этаж, а с лифта как первый или второй этаж. Потому что здесь в цокольном этаже лобби, а в самом нижнем этаже у нас инфраструктура. Там хамам, сауна и тому подобное. Здесь вот здание такое построено. Не знаю, когда-то там что-то построят. Ну, вид вот такой у вас будет, как просторная территория. Здесь отдельная кухня. Это у нас гостиная. Кондиционеры в квартире есть. Вот такая гостиная, очень просторная. Это для тех, кто не ищет дуплекс, ищет 4+1. Вот. С отдельной кухней. Просторный коридор, в той стороне прихожая. Здесь у нас гостиная, кухня. Вот такая просторная кухня. У нас моечка карбон, гранит. Вот гранитная столешница, у нас гранит. Здесь у нас спальня. Также в этом здании у меня продается трехкомнатная квартира, обставленная с отдельной кухней. Цена ее 88 тысяч евро. Я сейчас поднимусь наверх и покажу. На верхний этаж. Так. Просторный санузел. Здесь вот такая прихожая. Вот. Просторная прихожая. Встроенный шкаф. Вот. Здесь у нас спальня. Где-то 12-13 квадратных метров. Кондиционер уже установлен. Здесь темновато, так как соседнее здание там. Еще одна спальня. Вот кондиционер Sigma. 12 квадратных метров минимум. И хозяйская спальня. Такая. И санузел хозяйской спальни. Сейчас с этой стороны сниму. Вот такой вид со спальни. Расстояние до воды Средиземного 990 метров максимум до воды. Я отмеряю точно по карте Google. По ходьбе, не по машине. Так. Все, дорогие зрители. Я сейчас иду на верхний этаж, чтобы отснять трехкомнатную квартиру, обставленную. Сторона этой квартиры восточная. Такой коридор здесь. Есть два лифта. Вызовем один лифт. Вот два лифта. Такой большой лифт озолоченный, а другой лифт у нас поменьше. Поднялись мы на верхний этаж этого проекта. Вот такие двери тут. В квартире везде ламинат. Сразу покажу отдельную кухню просторную. Вот такая красивая люстра.
В это освещение по краям. Отдельная кухня. Есть холодильник фирмы Арчелик. Микроволновка маленькая. Остальное оборудование сейчас найдем. Вот. Уже стол, стулья есть. Люстра интересная. Даже есть кондиционер фирмы ГРИ. Даже кухню поставили. И телевизор, вентилятор. И я тут. Так, здесь вот такая прихожая. Прямо идемте в гостиную комнату. Вот такая гостиная в длину. И в конце скажу, сколько квадратных метров на глаз. Я вот так уточню. Но квартира просторная. Такой телевизор, шкафчик. Кажется, здесь есть выход на балкон. Да, есть выход прямо на бассейн. Отсюда вот так и вниз. Вид на море, видите? Так. Угу. Кондиционер фирмы ГРИ. И с этого угла сниму квартирку. Такая вот просторная. Видите, какая она просторная? Здесь есть минимум 28 квадратных метров. Такая вот прихожая, и коридор продолжается. Здесь у нас спальня. Тоже кондиционер ГРИ. Просторная, 14 минимум квадратных метров тут. Выход на балкон. Вот. Шумоизоляция хорошая. Поднимем веник, ветер все уронил. Вот такой балкон просторный. И коляску поднимем. Вот как раз можете на базар идти, на рынок. Вид на крепость Алания, вид на море, на соседнее здание, на бассейны. Вот, хочу показать бассейн, участок. Зонтики, шезлонги есть. Вот фонтанчик снизу. Как повернуть? Вот фонтанчик. Беседочка, скамеечки. Для спорта оборудование там. И в той стороне детская игровая площадка. Айдат здесь 300 лир, дорогие зрители. Инфраструктура хорошая внизу. В ролике можете еще раз посмотреть, я его вложу сверху. Так, здесь встроен шкаф. Тут у нас санузел просторный. У нас квартирка 130 квадратных метров полностью. Вот она просторная спальня. 130 квадратных метров здесь. Жилая площадь минимум 120. Минимум. Вот. Брутто 130-140 между ними. А ну что здесь спальня? О, какая красивая кровать. Да. Там все. Шкаф платяной. Кондиционер тоже есть. Здесь есть у нас балкон? Нету. Балкона нету. Вот такие алюминиевые термопакет окна. Как сказал, расстояние до моря максимум 990 метров. Это точная информация. Я точно люблю говорить все как есть. Так, хочу подвести итог. Дорогие зрители, две квартирки в одном проекте. Эта квартира находится на 8 этаже проекта, та квартира находится на 2, но он как на 3 этаж. Цена той квартиры 4 плюс 1 120 тысяч евро. Цена этой квартиры 2 плюс 1 с отдельной кухней и там отдельная кухня. Цена этой квартиры 88 тысяч евро. Подумайте. Редко можно найти квартиру с отдельной кухней.
Для тех, кто ищет недвижимость в Алании, хочет купить квартиру бюджетную или элитную, обращайтесь. И для тех, кто ищет бюджетный вариант 1+1 до 35 тысяч евро, хочу сказать, дорогие зрители, за эту цену сам риэлтор сразу купит и вам даже не скажет. Порой запросы идут, не могу обработать, потому что нету. Если желаете, могу помочь с покупкой недвижимости от застройщика на котловане. Есть хороший вариант, в рассрочку. 30-50% начальная предоплата, остальная рассрочка. На 12-15 даже можно найти на 18 месяцев по гибкому графику, как вы желаете. Эти квартиры, которые я в основном снимаю, они в срочной продаже или же продаются одним разом. Тут рассрочки не бывает. Так что от меня полезная вам информация. На любой вкус могу найти то, что хотите. Обращайте ко мне. Номер указан в описании. Все, с вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Махмутарк. Всем желаю радости, добра, благополучия, побольше улыбок. Всем пока-пока.